анемона. Юлечка, расскажи, пожалуйста, из чего он сделан? Уникальный совершенно комплект постельного белья анемона создан из новейшего материала микрофибра. Вообще, Олечка, микрофибра уже завоевала с 90-го года сердца европейских потребителей в России. Для России это достаточно новое, это новинка, но тем не менее уже потихонечку понимают наши покупатели, что это супер замечательное белье, потому что микрофибра это уникальное совершенно волокно. Оно пористое и нежнейшее, поэтому белье на ощупь, вот потрогай сама, убедись, нежнейшее совершенно и главное дышащее и гипоаллергенное, потому что воздухопроницаемость у микрофибры 100%. Дышащее, нежное белье. Действительно, очень нежное, шелковистое такое качество, как вот ручки младенца, знаешь, когда гладишь, вот точно такие же ощущения, но и нежнейшие. Кстати, вот лепесток тоже, вот когда гладишь настоящий, точно так же нежно по ощущениям. Юлика, сколько размеров у нас представлено? Мы всегда предлагаем размеры на выбор, чтобы у вас всегда был выбор полутораспальный, двухспальный и евро. Три варианта размеров для вас, наши дорогие. Вот, кстати, обратите внимание, в нашей студии двуспальный вариант. Если приблизительно у вас такая же кровать, заказывайте двуспальный. Белье произведено на высокотехнологичном оборудовании по самым последним технологиям. И об этом говорит в первую очередь, конечно же, рисунок. Оль, что мы видим перед собой? Необыкновенную красоту. Это 3D-эффект. Невероятные объемные реалистичные цветы анемоны. Кстати, анемоны это нежнейший цветок. Он считается, вы знаете, лепестки, говорят, раздуваются, разлетаются от дуновения ветра. Вот такой нежный цветок. Поэтому и наше белье названо так неспроста анемона из-за своей нежности. Звоните, заказывайте прямо сейчас. Превратите свою спальню в цветущий ароматный сад. Посмотрите, вы только представьте у себя в спальне такую красоту. Юля, давай все-таки покажем, что входит в комплект. Итак, это пододеяльник, роскошный пододеяльник в цветах, да? Шикарные цветы, объемный, реалистичный рисунок. Посмотрите, уникальное совершенно перед вами творение высокотехнологичной мысли. Такие цветы можно сделать только на микрофибре. Микрофибра делается таким образом печать уникальным способом совершенно. Олечка, сейчас скажу сложное слово, так. Сублимационная печать. Сублимационная. Я расскажу сейчас простым языком, что это такое. Вот такие красивые цветы переносятся со основы на ткань, так. При помощи температуры 200 градусов и под давлением. Вот таким способом можно нанести только на микрофибру. Не каждая ткань может это выдержать. И что же мы в итоге получаем на выходе? Объемный цветок, реалистичный. Вот он, эффект 3D. Цветы можно просто как будто бы взять сейчас и сорвать. Посмотрите, четкие границы и четкие линии. Печать на микрофибре получается яркой, стойкой и долговечной. Это очень важно. Микрофибра и цветы на ней не боятся солнечного света, дневного света и не боятся неограниченного количество стирок. Но моя бурная фантазия не дает мне покоя. Юля, мне кажется, что эти цветы такие ароматные. Вот я уже слышу этот запах. Дорогие телезрители, не раздумывайте. Звоните прямо сейчас. Ведь партия комплекта постельного белья ограничена. Поэтому лучше позвонить прямо сейчас. Вы только представьте, совсем скоро ваша спальня превратится в такую красоту. Итак, это пододеяльник в комплекте у нас. А дальше? Также у нас в комплекте простынь, великолепные совершенно повторяющие цветы анемоны. Посмотрите, вензеля у нас здесь красивый, такой кружевной рисунок в сочетании с цветком анемоны, с нежнейшим цветком. Великолепно то, что можно повторять, да, рисунок и на простыне тоже. Посмотри, какая красота, Оль, была бы в спальне украсить. Можно абсолютно любой интерьер такой красотой. Очень, Юлечка, очень красиво. А мне еще нравится, что здесь нет центрального шва, что простыня цельнокройная. Это очень здорово. Да, это очень хорошо, и раньше, да, делали очень часто, что был шов в середине, сейчас мы об этой проблеме уже давным-давно забыли, у нас цельнокроенное полотно, и ничего не мешает нам отдыхать. Это точно, но не только простыня и пододеяльник входят в комплект, еще и две роскошные наволочки, размерах 70 на 70, знакомьтесь. Посмотрите, на какой вы будете спать. Я вот на этом прекрасном бутоне. Посмотрите, как красиво смотрится комплект постельного белья анемона, микрофибра, прочный, долговечный материал, который, внимание, не требует глажки. Оля, раз уж мы подошли с тобой к наволочкам, нашим великолепным наволочкам размером 70 на 70, хочу показать,
качество белья. И главным показателем качества белья является швы. Посмотрите, какие великолепные швы у наших наволочек. Замечательный двойной бельевой шов без пропусков и без зигзагов. Это очень хорошо, это показатель качества в первую очередь. Оль, смотри, я перевернула, пока показываю шов, а мы уже видим изнаночную сторону нашей наволочки. Вот как раз на наволочке удобно это показать. Удобно показать что? Краску. Посмотрите, как наносится печать на микрофибру глубоко, то есть и снаружи, и внутри краска такая же сочная. Это очень здорово, что нам это даст при эксплуатации, то, что мы можем стирать огромное количество раз в стиральной машине и без потери цвета белья. Это Юлечка, очень знаешь, мне даже кажется, что можно перепутать, вывернуть наизнанку, и никто не заметит, потому что здесь действительно такие яркие краски и изнутри. Вот знаешь, у меня сразу созрел вопрос, как ухаживать за такой великолепной красотой? Да, конечно, это резонный вопрос, потому что тончайшие микрофибры, и кажется, что нужен какой-то особый уход. На самом деле особого ухода не требуется. Комплект постельного белья «Анимона» можно стирать в стиральной машине. Температура, при которой стирается микрофибра, 40-60 градусов. Кстати, можно даже не применять моющее средство. Я уже приготовила свою любимую лупу. Хочу, чтобы ты в подробности рассказала мне, что такое микрофибра. Вот этот прочный, долговечный материал под лупой, под макропланом, как говорится. Давай, Олечка, помогай, показывай, я расскажу. Да, это новейшая технология, применяется в России не так давно, но мы уже ощутили всю их прелесть. Нежнейшее волокно микрофибры, при производстве в нем образуются миллиарды микропор, поэтому наше белье такое воздушное и нежное, и плетение очень прочное, при том, что само волокно микрофибры тончайшее, тоньше человеческого волоса в 50 раз, вы только представьте, плотно-плотно переплетаются волокна, и поэтому краска идеально сидит в ткани и никогда у нас не смоется и не убежит в стиральную машину, останется на нашем великолепном белье. Юлечка, ты знаешь, вот я хочу сказать, что я знаю 100% хлопок, я знаю синтетику, но микрофибра меня просто поразила, она такая нежная, я такого ощущения не испытывала никогда. Вы только представьте, как вы будете засыпать и просыпаться на этом великолепном шелковистом бутоне, роскошном. Звоните и заказывайте, дорогие телезрители, ведь комплектов постельного белья у нас очень мало. Выбирайте свой размер, а лучше заказывайте сразу несколько. Вы представляете, такой подарок для ваших близких. Они будут в восторге. Замечательное, нежнейшее белье. Действительно, микрофибра, из-за того, что она такая тончайшая, мягкая, пушистая, такая бархатистая структура под рукой, просто хочется и хочется гладить. Тает прям Олечка, под рукой, да, гладить-то хочется рукой, но не утюгом, потому что наш комплект постельного белья можно просто постирать и высушить, и все. Кстати, микрофибра замечательно за счет пористой структуры сохнет очень быстро, в течение 1,5 часов. Гладить комплект не придется, поэтому не нужно до лишних трудностей. Все очень легко и просто. А еще, знаешь, один какой секрет по уходу? Какой? Наше белье настолько нежное само по себе, что не нужно дополнительного средства кондиционера, да, который мы очень часто используем, когда стираем. Да, хозяюшки знают. Сначала моющее средство добавляем, кондиционер. Ну, знаешь, Оль, да, наверное, конечно, так делаешь. Да, в нашем случае всегда кондиционер... причем добавляю кондиционер. Ну, чтобы было помягче, я тебя прекрасно понимаю. Но не в нашем случае ничего не нужно. Иногда даже моющее средство не нужно. Юлечка, кстати, даже хорошо выстирывается даже жировые пятна из микрофибры. Ничего себе! Просто такое практичное постельное белье, которое экономит ваши средства. Вы представляете, только стиральным порошком, без добавления кондиционера. И оно всегда будет такое же нежное, мягкое, шелковистое, бархатистое. Вы знаете, вот я ладошками прикасаюсь, и у меня такое ощущение, что оно тает под моими ладонями. Комплект постельного белья. Запомните это название. «Анимона». Великолепный комплект постельного белья, который украсит абсолютно любую спальню, станет великолепным дополнением к вашему интерьеру. Красота необыкновенная, реалистичный рисунок. Каждая деталь прорисована. Вот так вот микрофибра. Посмотри, Оль, вензеля перед нашими глазами. И листочки, ай, и вензеля, узоры, и лепестки, и цветы. Сочетание необыкновенной декора. Замечательный дизайнерский ход здесь. Превосходная печать высочайшего качества, сделанная на супертехнологичном оборудовании. Это очень здорово, что в России теперь мы можем предлагать нашим любимым покупателям такое замечательное белье. Это шикарное элитное постельное белье. Окунитесь в счастье, дорогие телезрители. Звоните и заказывайте. 8 800 301 60 90. Все звонки по России
абсолютно бесплатные. Бронируйте комплект постельного белья «Анимона» и превращайте свою спальню в сказку. Превосходный комплект постельного белья, дышащее, суперсовременная пористая микрофибра, абсолютно гипоаллергенный материал, которым можно стелить, да даже застилать детские кровати. Аллергики тоже могут пользоваться и не беспокоиться за свое здоровье. Уникальный 3D-рисунок, суперсовременная технология печати по ткани, которую выдерживает только микрофибра и дает нам, посмотрите, какой шикарный результат. Вензеля и цветы перед нами. Где вы еще такое могли бы увидеть? 3D-эффект. Вы подходите к своей кровати, и вам кажется, что цветы распускаются на ваших глазах. Такой эффект можно создать только на высокотехнологичном оборудовании. Ваша кровать теперь будет вас просто примагничивать, конечно же. Такая красота, на которой так хочется окунуться. Это райский сад в вашей спальне. А какой отличный это подарок на свадьбу для молодоженов. Ой, молодожены оценят и будут радоваться, потому что, конечно, это в первую очередь настроение. Кроме того, что наслаждение нежностью, это еще и настроение. Это здорово.